Я так волнуюсь, я переживаю из-за сегодняшнего гостя. Прежде всего, я не знаю, могу ли я его представить. Я так волнуюсь. Имя Тэян. Работа – артист с непревзойденным голосом. Где-то 3-4 месяца назад я столкнулся с ним в лифте. Оказалось, это был Шуга. Я собираюсь встретиться с Шугой и откровенно с ним поговорить. Тэян! Привет! Я очень рад встрече. Тэян. Икона второго поколения кей-поп. Вернулся как соло-артист спустя 6 лет. Певец Тэян. Я так волнуюсь. Я тоже очень волнуюсь. Это все потому, что я такой большой фанат. Сегодня я, так как уже Новый год, и совсем скоро Солай, я принес Сэкхэ и Сэджингва. Спасибо большое. В любом случае, мы наконец-то встретились. Да, я так волнуюсь. Это все будто я встретил знаменитость. Я безумно переживаю. Я думаю, мы должны поговорить о многих вещах здесь. Я так много хотел тебя спросить, еще с тех пор, как был ребенком. Но сначала разберемся с напитками, которые ты принес. Люди иногда думают, что мы пьем только алкоголь на моем шоу. Но это совсем не обязательно. Когда меня только пригласили, я очень переживал, потому что не пью алкоголь. Ты вообще его не пьешь? Почти никогда. Ты будешь Сэкхэ или Сэджингва? Я попробую оба. Если честно, я до сих пор так переживаю. Я даже перед дебютом читал твою книгу. Книгу «Кричать на весь мир»? Мне первому попробовать. Хоть это не алкоголь, но давай чокнемся. Хорошее. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Биг Бен способствовали созданию BTS. Хён, в детстве я мечтал быть таким, как ты. Тебе не было равных. Когда я был молодым, до сих пор это помню, я тогда был трейни. Я смотрел ваше выступление на мама. И тогда я сказал, я хочу быть таким же певцом, как он. Всем участникам группы ты очень нравишься. Когда мы были младше и Чонгуку исполнилось 20 лет, по такому случаю мы пошли выпить в караоке. Мы спели вашу песню «Бен-бен-бен» не меньше 100 раз. Мы выучили всю хореографию, вы нам очень нравились. Я слышал, как вам нравится наша группа. И мне очень приятно. К сожалению, когда наша группа была активна, у нас не было возможности где-то увидеться. Да, это так. Тогда у нас было много продвижения за границей. Мы все-таки один раз с вами поздоровались, когда вы были в гримерке. Мы очень хотели подойти и сказать привет. Я вспомнил. После того, как мы ушли, я помню, как шел вот так. Я очень благодарен тому, что ты сейчас говоришь. Правда. Я слышал, ты очень сильно любишь еду. Я обожаю покушать. Ты вроде бы сбросил вес. Я очень похудел. Я набрал 10 кило, когда был в армии. До армии я ел только раз в день. И так было всегда, поэтому я не набирал вес. Но когда я пошел в армию, мне нужно было есть 3 раза в день. Поэтому я сразу набрал вес за месяц или два. Мне было очень сложно похудеть. Тогда как долго ты не выпускал свой соло-альбом? По-моему, прошло 6 лет. Да, так и есть. Мой последний альбом был до зачисления в армию. И это было где-то 6 лет назад. Ты не мог бы выпускать больше альбомов? Я спрашиваю, как фанат. Серьезно, я бы сам этого хотел. Но я также продвигался и в команде. И выпускать соло-альбом, когда ты этого хочешь, это не так уж и просто. Поэтому мне понадобилось много времени. С 23-го года я сфокусируюсь на своей музыкальной карьере. Я думаю, у меня будет больше возможностей встретиться с фанатами. Я в предвкушении этого. Давай тогда принесем еды и поговорим больше о твоем альбоме. Я слышал, тебе нравится корейская еда. Вы приготовили столько вкусного для меня.
В этот раз ты выпустил сингл, да? Да, это сингл с Чимином. Это свершилось. Да, это произошло. Это чувствовалось по-новому. Я не мог поверить, что мы его правда выпустили. Я думаю, было бы круто послушать эту песню сейчас и поговорить о ней позже. Это было бы большой честью для меня послушать ее сегодня. Как для слушателя и фаната. Название песни «Vibe». Дэян – неподражаемый музыкант, икона второго поколения кей-поп и парень, который создавал свои собственные мечты, наблюдая за ним. Эти двое наконец-то встретились. Он хорошо постарался во время записи. Он очень старался. Чимин и правда продолжал переписывать свою часть около 15 раз. Он не начинал свою карьеру как певец. Он не был певцом? Нет, на самом деле он был танцором. Я слышал, он изучал современные танцы, да. Впервые он начал петь, когда мы дебютировали. Поэтому он действительно через многое прошел. Я заметил, он очень усердный. Я тоже такой человек, который пытается, пока не получится. Но Чимин из кожи вон лезет, пока у него не получится. Даже я не сравню с ним. Да, это то, что пугает меня в Чимине. Чонгук, например... Гениальный типаж. Я не говорю, что он плохо работает, но у него есть природный талант. Но Чимин очень много работает для этого. Он гениален в другом ключе. Встреча двух артистов, у которых один вайб и подход к музыке. Я думаю, эта песня точно будет номером один. Я буду постоянно ее слушать. Это нужно для продвижения. Сначала она выйдет как сингл, да? Да, когда это шоу выйдет, песня уже будет выпущена. Да, она уже будет номер один везде. Песня «Vibe» будет звучать отовсюду. Этого может и не быть. Это точно произойдет, 100%. Почему ты захотел работать с Чимином 2 года назад? После окончания армии я начал заниматься музыкой. Это было до того, как BTS начали выступать сольно. Да, так и есть. Чтобы отпраздновать окончание моей службы, Тедди и другие продюсеры решили написать крутую песню для меня. Вот когда это началось. Тогда они создали тестовую версию приблизительного ритма и мелодии песни. Они набросали немного тарабарщины. Что такое тарабарщина? Тарабарщина — это чушь, бессмыслица. Мы называем это притворные слова. Хорошо, притворные слова. И так было до недавних пор, когда Тедди незначай упомянул. Было бы очень круто, если бы Чимин и Тэян спели бы вместе примерно в это время. Тедди предложил поработать с Чимином. Таким образом, песня была завершена. Это так круто видеть вас работающих вместе. Я думаю, ты был одним из тех, кто очень сильно повлиял на Чимина. Я уверен в этом. Я много слышал об этом от других людей, и также Чимин сказал мне об этом при встрече. Но я тоже многому научился от него. Также он меня очень вдохновил. Он так тяжело работает. Мы хорошо и весело провели время, работая вместе. Ваш клип выйдет же сегодня, да? Но я даже не видел примерных фотографий. Какая атмосфера будет у клипа? Будет присутствовать много сцен, которые наши фанаты точно хотели бы увидеть. Это песня, в которой много танца. Поэтому акцент будет на движениях на фоне крутых декораций. Чимин так много практиковался, я был удивлен. У него легко возникают мышечные спазмы. Но он говорил, нужно практиковаться, несмотря ни на что. Он постоянно был в студии. И заходил в студию, он еще был там. Хореография к песне — это что-то между фристайлом и четкими движениями. Поэтому нам понадобилось какое-то время, чтобы все скомпоновать. Хён, ты такой потрясающий танцор. Тогда насколько ты удовлетворен своей песней? От 1 до 100, насколько ты доволен ей? Я думаю, у тебя тоже так. У меня есть уровень, который меня полностью устраивает. И если я его не достигаю, песня не будет выпущена. Поэтому, опираясь на мои стандарты, я был очень доволен песней. Поэтому она была выпущена. Если же мне нужно над чем-то поработать, то я это узнаю от своих слушателей и фанатов. После релиза песни они могут сказать мне о том, чего я раньше, возможно, не замечал. И тогда я задумаюсь над этим. Сейчас же я очень удовлетворен. Особенно потому, что
у нас получилась коллаборация с Чимином. До сих пор не могу в это поверить. Люди будут сходить с ума по вам. Я думаю, для них это будет невероятно. Это как двое звездных актеров сыграли в одном фильме. Внезапно. Наши голоса очень хорошо сочетаются. Хён, он буквально изучил тебя. Я даже не шучу. Ты не видел ни разу, как он копирует тебя? Нет, я не видел. Он даже подражал тому, как ты говоришь. Серьезно? Чимин играет мелодию из песни Тэяна. Ты играешь одну и ту же мелодию уже 9 лет. А теперь Чимин и сам работает со своим айдолом. Я тоже уже успел поработать со своим айдолом Табло. Для Чимина работа с тобой — это что-то потрясающее для него. Опиши свою песню одним словом. Это есть в тексте песни. Зарево в конце темного ночного неба. Вот какие у меня ассоциации к песне «Вайб». Это круто. Яркое зарево, освещающее кромешную ночь. Ты поешь уже 17 лет. С тех пор, как я дебютировал, сейчас 23-й год, да, знаешь, 17 лет. В Корее цикл, у певцов короткая карьера. Да, очень короткая. Каково это работать 17 лет? Когда слышишь цифру 17, кажется, что это было давно. Ты дебютировал, когда я был в средней школе. Чимин упомянул это. Когда он был в средней школе, он слушал песню Still Alive из нашего альбома Alive. Замечательный альбом. Тогда мне было 23. Ты был таким молодым тогда. Я удивлялся, как у него может быть такая карьера в его возрасте. Потому что серьезно, это безумие. Мне действительно было чуть больше 20 лет, я был очень молод. Ты и Чимин слушали эти песни в средней школе. Вау, это удивительно. Песня «Lies» вышла, когда я был в 7 классе. Я такой... Я слушал твою музыку, это было, по-моему, живое выступление. В тот момент я думал, ты достиг просветления. Серьезно. Потому что твой голос и песня была такой харизматичной. Был ли у тебя момент, когда все внезапно изменилось? Даже не знаю, наверное, после выпуска песни «Глаза, нос и губы». Когда вышел альбом «Биг Бен», это были те моменты, когда я стал более уверен в своем голосе и музыке. Не могу сказать точно, что был какой-то прям момент, но благодаря опыту, который я накопил за долгое время, я почувствовал, что у меня есть все. И это было примерно через 10 лет после моего дебюта. Для BTS тоже уже прошло 10 лет. И теперь, спустя 10 лет, вы тоже чувствуете то же самое. Будь то в ваших песнях, либо о других аспектах музыки, в которых вы будете чувствовать себя более уверенно. Повзрослел благодаря ценному опыту. Тэян – певец с 17-летним стажем. Но мы почти не едим. Забыли покушать. В футболе, либо баскетболе, бывают отличные матчи. То же самое с выступлениями. Когда ты думаешь, там мы действительно были крутыми, как с выступлением Майк Дроп на «Мама 2017». Это чаще всего всплывает в моем алгоритме. Я думаю, это выступление с «Гудбой» на «Мама» 2014 года. Тогда было действительно весело. Ты был без рубашки, да, когда я это смотрел. Хотя я и не планировал снимать свою майку. Я собирался одеть куртку, которая подходила к этому наряду. Но я снял ее перед выходом на сцену. Я снял куртку, думая, что буду выглядеть круче без нее. У тебя был потрясающий загар. Я был готов к этому. Ты был готов? Я бросился на сцену. Я думаю, выступление получилось довольно хорошим. На «Мама» я больше всего запомнил именно «Биг Бен». Ты был таким харизматичным? Да нет, серьезно, правда? Мы смотрели на тебя вот так. Что ж, я даже... Давайте станем певцами, как они. Теперь вы намного круче нас. «Биг Бен» — это легенда. «Мама 2014», состоявшаяся в Гонконге. Давайте станем такими же певцами, как они. 3 года спустя на «Мама 2017 Гонконг». Биг Бен дали им мечту, а BTS ее реализовали. Но, честно говоря, как музыкант, это очень захватывающий момент для меня. У меня не так много таких моментов. Я до сих пор не могу поверить в это. Я будто смотрю телевизор.
Я очень рад, что появилась такая возможность встретиться с тобой. И можно поговорить о многих вещах здесь. Ты был в группе долгое время, да и соло много поработал. Что касается меня, я только начинаю как сольный артист. Поэтому у меня так много вопросов. Даже если это и немного, я могу тебе дать любой совет. Если бы я знал Биг Бен лично, я много думал о том, что мог бы спросить у тебя. Так как я только начинаю свою сольную карьеру, я чувствую себя испуганным. Ты знаешь, каково это? Конечно, знаю. Потому что раньше вы все делали вместе, а теперь ты делаешь все один. Я сомневаюсь, получится ли у меня. Я знаю, о чем ты. ZZ был первый раз, когда я выступал в качестве гостя. Я так нервничал без ребят, верно? Я думал, меня вырвет, хотя я давно выступаю. Я даже не знаю, какой тебе совет дать. Потому что ты уже отлично справляешься. В каком-то смысле у тебя даже получается лучше, чем у нас. Я не был уверен, какой совет я могу тебе дать. Но в конце концов, я думаю, вся сольная деятельность и музыка, которую я делаю сейчас, должна помогать команде. Группа всегда на первом месте, а мемберы — мой главный приоритет. Я не хочу делать то, что вредит команде. Конечно, тяжело, очень тяжело быть одному, и у тебя не всегда может получаться хорошо. Но зная, что у тебя есть команда, которая всегда с тобой, мне очень помогло. Когда я вернулся в команду, я знал, что могу работать еще усерднее. Я чувствовал себя действительно уверенным в этом. Если ты продолжишь в первую очередь думать о своей группе и строить здоровые отношения с участниками, вы будете сильные и непобедимые. Мы выглядим круче всех, как команда. Так и есть. Я так люблю нашу группу, потому что я являюсь ее частью. А также я люблю BTS как фанат. Мы все братья. Я думаю, это было в июне. 13 июня вышел некий контент, мы там просто выпивали вместе. И люди писали, команда что, распадается? Это было не так, нам нужно было просто взять временную паузу. Когда люди говорили такие вещи, ситуация казалась пугающей. Почему люди говорят уйти нам на перерыв? Хотя еще многое можно сделать. Мы все еще активны. Я бы хотел встретиться с тобой тогда и спросить, что делать. Я хочу пригласить Чимина и тебя к себе домой. Вы должны прийти вместе. Я слышала, Чимину нравится кимчи-чиге, поэтому я хочу приготовить ему кимчи-чиге. После этого мы точно станем как братья. Если бы для меня кто-то приготовил кимчи-чиге, я даже представить не могу. Ты должен прийти. Приду, раз ты меня приглашаешь. Я всегда хотела спросить у тебя кое-что, когда был моложе. Ты знаешь, как говорят музыканты? Они чувствуют себя опустошенными, когда видят, как убирают сцену после выступления. Не могу сказать, что чувствовал себя опустошенным. Я больше чувствовал разрыв. Как Тэян, я получаю признание, и меня судят многие люди, и я продолжаю двигаться вперед к своим целям. Но когда я иду домой, я другой. Дома я тот, кто может жить без всего этого. Поэтому я почувствовал разрыв между Тэяном и Дон Янбэ. Когда я был моложе, в свои 20, я много думал о том, как продолжать привлекать внимание и нравиться публике. Я чувствовал большое давление, и это было тяжело для меня. Как ты это преодолел? Самое главное — это то, какими людьми вы себя окружаете. Будь то это участники группы, либо близкие вам став, нужны люди, которые будут объективны и смогут сказать «нет». Это действительно важно, да. Тот, кто сможет сказать тебе правду. Возможно, в тот момент ты не хотел бы это слышать. Ты можешь подумать, почему я должен это выслушивать. Но это круто, иметь рядом того, кто может дать тебе объективный совет. Таких людей нужно много вокруг. Чем больше, тем лучше. Потому что в определенный момент все просто хотят тебе угодить. Я думаю, ты тоже это знаешь. Чем более ты любимый и более популярным становишься, все, что ты делаешь, это получаешь одобрение. Вот когда нужно быть осторожным. Чем больше людей, которые говорят только приятные вещи, тем более токсичным это становится для тебя. Так и есть. В последнее время я пытаюсь, чтобы у меня было правильное мышление. Тот факт, что у меня есть кто-то, с кем я могу поговорить об этом, делает меня очень счастливым. Я правда рад этой возможности поговорить о таких вещах. Я чувствую себя немного пьяным, хоть я и не пью. Пьяный от хорошей атмосферы. Долгое время ты не рассказывал, что происходит в твоей жизни. Да. Я думаю, многим фанатам было интересно, как ты проводил свои дни. Я не из тех людей, кто любит делиться своей личной жизнью. Я тоже, правда? Большую часть времени я провожу дома. Намсан. Я тоже возле Намсана. Я много гуляю по Намсану. Вот и все. Маленькие повседневные вещи.
Эти простые вещи делают меня очень счастливым. Я слышала, ты ходил на художественные выставки с Намджуном. Намджун планирует заняться искусством? Все эти экспонаты? Я очень много слышал о Намджуне. Люди говорили, что нам нужно встретиться, потому что нам нравится искусство. Мне понравилась эта идея. Во время фриз-сил мы просто естественным образом собрались вместе. Я сказал, я так много слышал о тебе. Мы должны встретиться и пообедать. Так мы подружились. После этого мы несколько раз ужинали вне дома, и сейчас мы поддерживаем связь. Ты видишься с ним чаще, чем я. Мы говорили о многих вещах и нашли много общего. Я слышал, ты любишь писать. Я из тех людей, у которого много мыслей. Когда мой день подходит к концу, если он был длинный, я пишу несколько предложений. Иногда пишу только одно слово, либо несколько. Я выработал в себе привычку писать то, что у меня на уме. Основываясь на этом, многие мои записи, они исходят из этого. У нас много общего, я всегда пишу ручкой. В желтом блокноте. Я всегда использую его, чтобы записать что-то. В этом есть определенное чувство. Я не могу просто печатать. Я тоже. Я не знаю, что пишу. Когда я дома, я хочу привести в порядок свои мысли. Поэтому я купил печатающую машинку. С аналоговым вайбом. Эти щелчки. Но ты не можешь ничего убрать. Да, удалить невозможно. Я недавно смотрел фильм о печатных машинках. Это было так интересно. В наше время, если тебе что-то не нравится, ты можешь просто это удалить. Но с печатными машинками такое невозможно. Даже если будет забавно, прочитав это позже. Но я считаю, в любом случае лучше оставить записи. Это становится твоим наследием. Тогда есть ли у тебя студия в компании? У меня никогда не было собственной студии. Я мог бы ее создать, но я не чувствовал в этом необходимости. Потому что ты, например, пишешь свои собственные биты и треки. Поэтому тебе нужна собственная студия. Что касается меня, я пишу текст песен. Поэтому для такой работы, когда я иду в студию, говорю, «Хорошо, давайте начнем писать текст». Или «Давайте напишем мелодию». Это так не работает. Идеи тогда не появляются. В нашей команде, Намджун, Хобби и я, у всех есть студии и стили совершенно разные. Так и должно быть, потому что, посмотрев на студию, можно определить личность человека, которая ее украшала. Какие у вас студии? Студия Намджуна выглядит как музей. Я видел на его канале, когда он выпустил новый альбом. Это настоящий музей, не студия, а музей. Хобби это, ты видел американские студии? Он захотел этот стиль, поэтому его студия красочная. Все в красном, я знаю, о чем ты. Моя выглядит как комната автора песен. Ты так очень сфокусирован. Когда я работаю один, я работаю в своей гримерке. Я поставил там письменный стол. Твои гардеробные. Это помогает мне сосредоточиться. Это странно, если у меня будет отдельная комната для работы. Это не та среда. Там нет того настроения. Да, моя гримерка дает мне комфортную атмосферу. Да, там действительно пыльно, но именно там я пишу и вдохновляюсь. Особенно для этого альбома. Я много бегаю по ночам. Я бегу на эту вон самого Намсана. Бег помогает организовать мысли. Да, это помогает. Организация мыслей во время тренировки. Момент, когда меня посещают больше всего идеи, это перед сном. Я внезапно придумываю мелодию. Иногда идеи просто выплескиваются наружу. Или проясняются предложения, которые были в беспорядке. У меня также. Я могу сказать, что ты музыкант, который укоренен в реальности. Потому что иногда, когда твои песни звучат по всей стране, ты теряешь связь с реальностью. Бывают такие моменты. Но моя команда так старается сохранять это чувство реальности. Мы всегда говорим, что хотим быть реалистами. Однажды все может исчезнуть. Мы много говорим о том, чтобы оставаться простыми и сосредоточенными. Это то, что удивило меня больше всего. Я виделся с Чимином, Аремом и теперь с тобой. И вы все постоянно говорите об этом. Поэтому я многому научился от вас. Оставаться настоящим в твоем положении не так просто, как можно подумать. Мы не такие уж и великие. Нам нужно просто усердно работать и быть хорошими в нашей музыке. Все в этом духе. Но иногда мы забываем. Возникают обстоятельства, которые заставляют нас забыть. Нужно жить настоящей жизнью, насколько это возможно. Согласен. Чувство благодарности за мелочи и поддержание хороших отношений с окружающими людьми. На мой взгляд, эти вещи самые главные. Они самые...
Конечно, я говорю об этом, потому что зашла речь, но я изучаю музыку многих любимых исполнителей. И в какой-то момент это заставило меня задуматься, что изучение музыки через них и мысли о том, что ты можешь сам сделать, это тоже важно и здорово. Но ты не думаешь об их жизни. Так что, когда я захотел вернуться к своему обычному Дон Юнбе, у меня не получилось это сделать. Это привело к многим результатам, которые были не очень хорошими. Если честно, я думаю, я много раз продемонстрировал эту сторону себя. Так что через этот опыт ты должен помнить, что ты обычный человек, и ты должен понимать, что у тебя есть области, над которыми еще нужно работать. Если вы не растете как человек со временем, тогда в чем тогда смысл? Еще одна вещь, на которую я рассчитываю, потому что люди наблюдают за тем, как я живу. Я знаю, что мне нужно тяжело работать над собой. Я хочу быть хорошим примером для подражания. Ты думал о том же? Мы думали об этом перед тем, как дебютировать. Чем я наполню свой стакан? Сегодняшний разговор? Тебе было весело? Все в порядке? Мне понравилось. Я бы хотел с тобой много поговорить о музыке. В самом деле. Ты знаешь, как забываешь о времени, когда говоришь о музыке? Есть люди, с которыми легко общаться. Так и есть. С тобой. Как ты думаешь, мы спелись вместе? Да, я думаю, у нас есть много общего. Я тоже. Я был удивлен, когда мы разговаривали. О, он так думает. Я тоже об этом много размышлял. На самом деле, я очень хотел написать тебе песню. Я всегда задавался вопросом, должен ли я тебе позвонить или нет. Я на самом деле прослушал все твои песни. Мне все они понравились, правда? Особенно твоя соло-песня «Дочита». Ты знаешь эту песню? Я большой фанат и знаю все твои песни. Я так смущен. В любом случае, если у меня будет такая возможность, я сделаю все возможное. В любое время. Теперь пришло время для фирменного сегмента шоу. Если бы ты мог запрыгнуть в машину времени и отправиться в любой день, ты бы отправился в прошлое или будущее? Я правда не хочу возвращаться в прошлое. Даже если бы я мог вернуться в прошлое и исправить что-то, это правда поможет мне? Мои ошибки сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Но я бы хотел заглянуть в ближайшее будущее. Примерно когда? В апрель, либо май 23-го года. Почему именно в это время? В период с апреля по май, если все пойдет по плану, выйдет мой альбом. Поэтому, когда придет время, песни, над которыми я работал, будут выпущены. Не могу дождаться, я так взволнован. Мне любопытно, как будет он воспринят. И самое главное, после того, как я выпущу свой альбом, я очень хочу встретиться с фанатами. Планируешь ли ты какие-либо концерты? Да, после выхода альбома я буду давать много концертов. Я так хочу пойти. Ты многого добился, но я хотел бы спросить. У тебя есть мечта? Я задаю этот вопрос всем. Раньше, когда у меня спрашивали, о чем я мечтаю, я думал, что это должно быть действительно что-то глобальное. Например, выступление на мировом уровне. Или выступление в символическом месте. Но теперь, когда он меня спрашивает, о чем я мечтаю, я чувствую это про те ценные вещи рядом с тобой. Особенно для своей жены, для своей семьи, для своего ребенка. Я хочу быть тем, кем они могли бы гордиться. Быть ответственным и замечательным человеком. И хочу, чтобы меня оценили за это. И во-вторых, я построил отношения со многими людьми в этом бизнесе. И пока мы работаем вместе, я хочу быть кем-то, кто может всегда помочь. Вот о чем я думаю. Не знаю, когда это будет, но я также хотел выступить на сцене с другими участниками группы и встретиться с нашими фанатами. Это еще одна моя большая мечта. Я буду там, когда это произойдет. На самом деле, мы не можем говорить про историю корейской музыки без упоминания Биг Бен. Вы оставили огромное наследие. Благодаря вам так много певцов устремилось вперед, поэтому я надеюсь, вы продолжите выступать вечно. Пожалуйста, не уходите на пенсию. Свет солнца меняется от восхода к закату, но оно всегда встает завтра и никогда не теряет свой свет. Я расстроен, что шоу подошло к концу. Но ты знаешь, я теперь всегда могу навестить тебя. Это похоже на получение автографа от знаменитости. В любом случае, я выставлю это на всеобщее обозрение здесь. Это был долгий, но веселый выпуск. Спасибо, Тэян. Спасибо. Я был так напуган, когда мы зашли в твою гримерку. Люди нас боялись, думали, мы пугающие. Даже не знаю, почему, мы совсем не страшные.
Это было похоже на встречу с боссом.